Взятие крепости Измаил состоялось 11 декабря по старому стилю в 1790 году в ходе русско-турецкой войны. Это сложное задание было поставлено Александру Суворову 2 декабря, а всего лишь за 6 дней были построены макеты стен, точные копии рва и земляных укреплений, на которых оттачивали мастерство русские солдаты. Когда все приготовления были закончены, коменданту крепости был послан ультиматум о капитуляции в 24 часа. Но турки немедля ответили: «Скорее небо упадет на землю и Дунай потечет вверх, чем падет Измаил». Штурм крепости начался 5:30 утра. К 8 часам утра все укрепления были заняты. Но сопротивление на улицах города продолжалось до 4 часов вечера. Турецкие потери оказались настолько велики, что крепость расчищали 6 дней, бросая трупы в Дунай. Взятие крепости окончательно подтвердило присоединение Крыма к России и установило турецкую границу по реке Днестр. На сегодняшний день крепость является культурным достоянием Украины.